Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Electronic Super Joy. И у нас второй мир. Да, у нас те же самые предупреждения, нецензурная лексика или нецензурные тексты, сексуальный контент и все в таком духе. Ладненько, поехали, у нас с вами второй мир получается. Полетели. Так, гравитация у нас. Ага. Сразу начинает. А чё так быстро? А чё так быстро он поднимался, алло? Типа за каждое убийство? На. Нам нужен оставшийся герой, ну... Ладно. Не страшно. Не страшно. Это нужно было сделать. А в чем здесь сложность заключается? Ну, скорее всего, если бессмертие проходить. Да-да, сложности тут огромные. Бапц. Так, V-taking, V-smash. Использую смэш. У меня нету смэша. Мы забираем обратно смэш, но взамен мы тебе даем двойной прыжок. Yeah, fuck it. Ага. Я вас понял. Тебе надо... тебе нужно в... Айршип какой-то, корабельный город. А прыгай выше. Yep. И пока. Окей. На самом деле, так как у нас есть двойной прыжок, я уверен, что нам ничего не нужно атаковать. Хотя с двойным прыжком на самом деле... Может быть, врагов придется и перепрыгивать, как вариант. На самом деле, я эту игру видел у одного челика. Конечно, его все знают. Это Куплинов. И... Почему-то у него была немного другая игра, да? Хотя... Хер его знает. Ладно, мне и так нормально. А знаете, а мне здесь было интересно, могу я через низ сразу сюда прыгнуть? Короче, просто нужно ждать. Ай. И старт. Ай-яй-яй-яй, я тупанул. Нужно было сразу заметить, что там слизь. Да уж. Ну, главное, так мне сразу не достать его.
из самого низа. Не, я ошибался, все-таки есть здесь сложно, но здесь очень много вариантов просто просрать забег из-за этих сраных стрелочек. Жадность. По идее сразу. Но мы с вами знаем, что мы потом все равно идеально все начнем делать, когда приноровимся к этому. Когда мы к этому приноровимся. Какого черта он соскользнул? Пипец, мы этот мир только начали, у меня уже горит с этого мира. И это на самом деле плохо. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. А, боже мой. Вот я хотел прыжок нажать, понимаете? То есть он не ускоряется за счет того, что ты сразу нажмешь прыжок. Типа нужно именно момент ждать. Ладно, давайте успокоимся, дойдем до этого сраного чекпоинта. Он еще, знаете, музыка немного подбешивает. Вы какого черта он опять соскользнул? Фу, я думал, я опять лишний прыжок сделал. Все хорошо, здесь мы не соскользнули. Я решил сразу делать так, потому что нахер оно. Здесь в чем сложность? Почему, значит, флажок? Флажок здесь так близко, следующий. Ну зато мне пришлось лезть. Ну все. Все. Так, вот здесь, да, может быть проблематично. Хотя, нихера. В крысу? Нихрена. Лазер с той стороны, все. Нужно, короче, как он только касается... Запрыгивай, да и все. А, он меня достал. Я думал, он, подожди, он меня что, не достает? А, нихера, он меня достает. Я не понял, где я был. Типа, я за что-то зацепился? Или как? Здесь я понял. Ну, типа, я успею.
А, нихера себе. Пиздец уровень. Так, Gravity Sims Funny Today. Гравитационное что-то там каждый день. Угу. Спасибо. Подожди, а в чем здесь сложность? Типа я здесь сложность, ну как? Просто вовремя нажать и все. Здесь даже можно на ту стену не прыгать и сразу. Хоп. Хорошо, сраный вентилятор, который будут меня разрезать. О, враги. Найс. Ракеты, найс. Я упал, найс. А теперь вопрос. Дэша у меня нету. Что мне делать с врагами? Ладно, враги, окей. Пускай враги, враги плевать. Ебучие ракеты. Что мне, как мне ракеты избавляться? Понимаем. Ну, ребят, мы с вами это все поняли уже, да? Легко. Здесь тоже легко. А, там вообще сложность нулевая. То есть... Короче, звезды нужно собирать, как я понял, тоже. На какой момент нужно прыгать? Ладно, я понял. Вот это, сейчас начнется дрочь. Потому что я не понимаю. Я не понимаю... И там очень сложно. Это сложно, на самом деле. Да ебать. Да ё-моё! Сосок возьми! Вы сейчас звезду! Он не прыгнул! Какого ч... Он не прыгает. Он типа стоит, ждет. Понимаете, мне, когда я запрыгиваю, мне нужно еще оказываться пош... Я не пойму, подожди, как оно. Да не, нормально. Тогда я не пойму... Он почему-то через раз прыгает. Да. Yes. We take away the power. Тебе следует взять или тебе стоит стать сильнее. Away. Тебе нужно взять, короче, силу. Don't worry, не беспокойся. It builds характер. Это подними твои характеристики. Yes. Я верю в тебя. Окей. Окей. У нас, короче, какие-то мелкие пидорасы вылазят в земле. Которые 100 пудов убивают. И при этом на меня еще... Мне что-то... Нет. Мне двойного прыжка уже нету! Иди же, пассатижи. Иди же... Ладно.
там маленький. Можно пройти, окей. Хорошо, хорошо, мы с вами придумаем тактику. Бежим сюда, пока луч едет, оп. Быстро бежим. Оп. О, они медленные. Эти хрени медленные. Хорошо, мы поняли тактику против двух ракет. Раза ракета. Тут два ракета. Трит. Нет! Нет! Там еще одна ракета была. Хорошо, повторяем. Раз. Бать, мальчик танцует нахуй. Мне интересно, а успею ли я пробежать? Давайте попробуем. Нет, там не успеет. Он в любом случае не успевает. Вот здесь, скорее всего, нужно в обратную сторону прыгнуть. Потому что иначе он... Найс. Окей. Окей, я что-то, да, об этом не подумал. И поплатился за это. Ага. Это как, блядь? Это как, блядь? А как мне забрать звезду? Оно везде вращается одинаково, да? Ладно. Там есть миллисекунда, за которую я могу забрать звезду. Только мне сначала с этим нужно разобраться. Я не заберу ее. Здесь нужно сдохнуть, чтобы посмотреть тайминги. Оп, оп. В смысле, а как я тогда успел? О. Бля. Ладно, пойдем, мне не достанет. Так, лучше, да куда ты достаешь? Ага. Ну, короче, посрать. Чё это было, блядь? Она там лазерная сетка. Я хуй. Не, давай заново. Я ж спидрунер! Подождите, мне нужно понять, как лучше потом действовать. Понимаете, там нельзя ни на секунду остановиться. Если ты останавливаешься, тебя просто убивает. Поэтому либо ты там звезду крадешь.
Ага. Ага. Вот, вот это, что это за луч? Ну что это была за атака? Внезапная атака, я не ожидал. Будьте любезны повторить попытку. Yes. Кажется, да? Ура... А, это, подождите, это только первый такт. Вот второй такт. Повторяю, двойного прыжка у нас все еще нету. А в чем сложность? Типа вовремя прыгать. Несложно ведь. Здесь просто нужно прыгнуть, как они только будут сжиматься. Все. Here. Эй, герой. Have you smash power? Мы вернули тебе твою хлопающую силу. И... А, ну да. Теперь, когда у тебя есть сила, ты можешь не поебать себе мозги. Yes. Как говорится, присел на иглу. В смысле, я ее уничтожил? Ясно, понятно. Гг, катка. Гг, катка. Что уничтожаешь, что не уничтожаешь. А, они бодаются. Единорожки бодаются. Тут-тут-тут. Тут. Лучше бы двойной прыжок дали. Еба. Еба. Надо норм. Забейте. Его убило! Вот, видите, этот след остался от него. Ну, да, почему бы нет? Ту-ту-ту-ту-ту. Хотите сказать, я не докоснулся до земли? Окей. Вы вправе. Это ваше право. Бля, сдохните нахуй.
хреновый. Пошли в сраку. Ну опять, ну жаба сдохла, ну я ее коснулся, ну что это за бред? Я этих врагов убил, вот, ну жаба опять сдохла. А, меня радует, что здесь хотя бы немного уровней. Что мне терпеть недолго придется. Короче, давайте сделаем таким образом. Нахрен это все. Нахрен это все, да? Да, я думаю, тоже, да. Короче, нужно сразу же вправо херячить максимально. Меня просто коробка уже убивает. Не хочу я сюда буду идти. Да уж. Не, на той стрелке я не знаю, как убить. Это нужно моментально нажать, когда ты будешь уже около фигни. Я говорю, здесь миллисекунды решает на самом деле. Блять, у меня теперь привычка жать двойной прыжок, которого нету. Жаль, двойной прыжок, которого нету. Это классно. Это мощно. Не, на самом деле уже вот с этого можно сгореть. Типа, думаешь? Блядь! Все, я уже финиш слышу. Да, короче, куда-то двигать, не раздумывая, это такое дерьмо. Ну, понимаете, у меня вариантов нету, у меня чисто вариантов нету, у меня экран сзади бежит за мной, говорю, что мне делать? Ладно, хотя бы здесь мы уже приловчились. Мне это радует. Это мне тоже радует. Все. Мы пришли. Аллилуйя. В чем здесь сложность? Сразу флажок. Лазера. Вот здесь... Здесь тяжко. И это правда, ребят. А. Ну да. Да, да, да. Я тоже так же подумал.
Жук-хуйняк. Жук-хуйняк. Yes. Выиграю этот портал. Боже, мне посмотреть, сколько там осталось. Так, ненавижу. Не, на самом деле, игра вот эта будет попроще, чем другая игра, которую я тоже хотел пройти. Но у меня какие-то проблемы геймплейные получаются. Мидбой. Тоже игра довольно сложная. Если говорить точнее, второй этап прохождения игры. Я коснулся. Спасибочки. Ой, хоть где-то не проебал. Yes. Поймаем. Поехали. А, в принципе, уже скоро все. Нормально. Так, здесь у нас гравитация. Засать! Воу-воу-воу! Что это за бредятина? Не-не-не, подождите, а у меня вопрос таков. А как мне пролететь туда? Я то не долечу. Я туда не долечу, сори. А, там портал есть, тогда все хорошо. Я портал не заметил. Тогда можно все сделать. Нету времени читать, сори. Бля! Don't want time. У нас нету времени. Я знаю, что у нас нету времени, приятель. Ладно, не спешите сюда. Как мне туда попасть? Понимаете, мне обязательно нужно на ту сразу сторону перепрыгнуть. Ёбаный в рот. Он ускоряется, я не успеваю. Ладно. Ладно, я пососал. Да. Такое тоже бывает. Мне не дает прыгнуть. Ну да, подумать. Надо подумать. Надо сразу как-то запрыгнуть, через две не перепрыгнет. В том-то и проблема. Понимаете? Через две не перепрыгни, замедляться нельзя, потому что я тогда не успеваю. Это была моя вина. Прыгнул, моя вина. Вот здесь можно было успеть. Типа, а, он точно, чё я туплю? Ебать я тупой. Я ж могу и так делать. И всё. Монатия глупый. Сори, ребят, что такой глупый, что я про дэш забыл, но хотя бы опомнился, что не тысячу лет прошло. О.
Вот это другое уже дело пошло у нас. А тот, который был тот до этого, то да, то был пиздец. Ладно, нормально. Ну ведь тут контролится, прыжок. А где босс? Я хочу видеть босса. Ложки. Ложки. А можно быстрее? А флажок? Yes. Тут. Бой. We opening a portal. Мы открыли портал. Что это такое? Return. Типа я собираю кусочки для портала. Окей. А, мне сейчас повезло, да? Блядь. Короче, мы собираем куски портала. Это вам не хухры-мухры, ребят. Чем быстрее, тем лучше. В смысле? 12 частей портала. Ёпсель-мопсель. Это типа босса, да? Собираем портал, ребята. Никто денег не кинет на портал. Спасибо за понимание. Спасибо, кто задонатил нам на портал. Мы верили, что наша комьюнити хорошая. Спасибо всем. Найс, сделали. Остался один. Короче, здесь фигня, лучше не медлить. Промедлил, считай, ты проиграл. Вот здесь мне только нужно было обходить, понимаете? Ну, поменялось. Сука, чё ж ты так медленно появляешься?
где деталь? Ну да. Хорош. А, блядь. А что мне нужно было делать в это? А, просто подождать? Патер конченый. Сори за мат. Ну вот релли был. Ну какого черта он сюда летит? Еще один. Просто живем. I won't have scraped. Я понял, время текать. Так, чему нас учили? Передавать не бояться. Воу! Не! Челик, пожалуйста, нет! А тут сейф есть, ха-ха, сосокать. Ну типа лазеры, они ж убивают, да? Да, лазер убивает. Грыз! Типа годзиллы. Так, а теперь вопросики, как мне это делать? How we did this? Tell me please. I don't understand. I don't understand, как how we killing this. Типа... И да, и нет, понимаете? Типа нужно прыгать only на голову. А ты попробуй этой херни на голову запрыгни. Я вам гарантирую, обосрёте их хера. Ни хрена тут еще полетело. У меня так проблемы здесь. Попади на голову этой мрази, так вы еще... И ракеты пуляете. Полный трэш. Хотя ладно. Количество уровней себя оправдывает. Найс. Короче, если эту собаку не убиваю, у меня получается... Полная залупа дали. Все, я ее не убил. Я ее не смогу, ее он пуляет лазером. На самом деле тайминг ловить очень трудно. Нужно так идеально играть, это жопа. Но меня радует то, что это последнее. Построили, называется, портал куда-то в
жопеня какие-то. Какого черта собака это быстрее пришла сюда? Она что, отстала? Ладно, давай я немного постою. Без проблем. Вообще без претензий. Какого это черта та собака быстрее поворачивается ко мне? От меня, если бы точнее. Ой, сейчас нормально. И опять я проебался. Тут никак нельзя было пробежать. Соцсети! Соцсети! Если я не научусь убивать эту собаку, когда она жопа ко мне поворачивает, я не выиграю. Я не смогу пройти там. Понимаете, собака меня стопит. Я не успеваю лопнуть ее. Чисто здесь ты уже сдыхаешь не из-за своей криворукости, а из-за странного тайминга, неправильного при этом. Вот. А, не, можно, ладно. Еба. Что я сделал? Еба, что сделал? Видели? Я до сейва дошел. Это так настроение повысило. Плюс мораль. Посрать. Я засейвился. Вообще поебать. Ну, ракеты, конечно, это конч. Это полный конч. Ребят, не... А, у вас секс? До свидания. Все, да? Да, давайте, короче, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.